быстрый перевод на Шелунова, но перевод для приема шайбы, как не для броска, еще там попала она в судью. На пятачке оказалось Алексеев, Сергеев. А вот тут можно попробовать. Шелунов 1-0. Хуска знакомится с пушкой Максима Шелунова. Может быть, он и не знал про существование такого хоккеиста. Может быть, ему о нем рассказывали. Но вот он, товар лицом. Второе большинство. И вот стоило разочек Шелунова вывести на бросок, подготовить плацдарм для атаки. Получился гол в ближний угол. Просто вгвоздил. 1-0. Локомотив.